Лена устала, сидит, засыпает, а время подходит к прогулке. Тут еще подруга появляется. Ну да, вам прям обязательно сюда залезть. Сейчас будет произнесено волшебное слово. Ой, Наташ, а гулять пойдем? Мы пойдем гулять? Да? Кто пойдет гулять? И все. Сон как рукой сняла. Сразу же к двери. Идем. Собираемся. На прогулку. Да, Зен? Гулять пойдем сейчас? Сейчас пойдем. Вот такое у нас волшебное слово. Сон снимает прочь. Удаляет. Буся остается дома. За старшего. Бруся. Ты за старшего остаешься. Все, всем пока.